Сейчас сотрудники ГИБДД восстанавливают картину происшествия. По словам водителя «Некси», он поворачивал на зеленый свет, не заметил мчащуюся на вызов скорую и не уступил дорогу. В результате машины столкнулись. Я не, на зеленый тронулся, я не заметил этого, скорую. В итоге на место происшествия приехала еще одна бригада скорой, чтобы оказать помощь пострадавшим. Ими оказались водители обеих машин. Мужчину, который сидел за рулем «Некси», пришлось доставить в больницу. Нездоров уж, конечно, пострадал. Столкновение серьезное. Там надо снимки делать, смотреть. Пострадавшая в ДТП скорая спешила на вызов в Дмитриевку. Там произошло падение с высоты. В итоге на место происшествия отправили другую бригаду. Подоспевшие медики вовремя доставили мужчину в больницу. Алина Кадриану, Алина Пантелеева, Ренат Харасов. Новости НТР.